Дойл, что ты тут делаешь? Эх, Ка, я же тебе говорил, что эти сокровища будут моими, а ты меня не послушал. Но ты же знаешь, мой народ погибает, мне нужно его спасти. Я не хочу, чтобы он помирал. У тебя были шансы выйти, но ты не ушел. Поэтому мы тебя вместе с Серкасом убьем. А сейчас приготовься к смерти. Здравствуй, Рэй, давно не виделись. Ты предал меня! Да, а теперь попрощайся со своей жизнью. Ну же, нападай! Черт, я в тупике. До встречи! Да, я это сделал. Чёрт! Пора с тобой покончить. Прощай, Серкас. О, нет, меня нет сил с тобой сражаться. Рэй, спасибо. Дойл, из-за тебя погибла куча жизней. Я убью тебя.
С ними покончено. Да, с Серкасом тоже. Ладно, пошли. Я не могу открыть этот сундук. Смотри, там кнопка. Если в нее попасть... Отлично, открывается. Офигеть, столько алмазов я еще не видал. Пойдем отсюда. Да, но только побыстрее. Мне кажется, что сейчас замок взорвется. Вот так и закончились наши приключения вместе с Рэем. Мы победили Дойла и Гейларда и раздали бедным жителям алмазы, чтобы жители могли не голодать. Кто знает, может быть, истории не заканчиваются?